В этом видео хочу вам показать очень интересную самоделочку, которую я сделал своими руками. Что это за самоделка, а также как я ее сделал, смотрите далее в этом видео. Для нашей самоделки нам понадобится профильная труба 25 на 25, профильная труба 20 на 20, 32 уголок, полоса 25, труба полдюймовая и отрезок 30 полосы толщиной 6 мм. Так, начнем с профильной трубы 20 на 20. Отрежем два кусочка по 250 мм. Из полосы шестерки мы вырезаем два кусочка по 60 мм. Далее в вырезанных пластинках мы будем делать отверстия на 12. Так, отверстия готовы на 12. Сейчас я буду в отрезках профильной трубы 20 на 20 вырезать 30 мм глубиною, шириною 6 мм углубления для того, чтобы мне вварить наши вот эти пластиночки. Чтобы нам точно знать центр, мы будем использовать штангер-циркуль с напайками, которыми можем очертить нужные размеры. Вот так получилось. Сейчас буду просверливать отверстие на 6 мм и вырезать пазы. Так, просверлил я отверстие на 6. Теперь при продольном распиле мне не нужно думать будет, как мне выломать остаток металла. А так оно уже само выпадет, я просто дорежу до отверстия и оно повыпадает. Так, вот так я выставил заготовочки, сейчас буду их обваривать. Вот такие заготовочки у нас получились. Далее из профильной трубы 25 на 25 будем делать последующие детали. Для этого нам надо отмерить 30 мм два кусочка и отрезать их. Вот так оно все выглядит в сборе. Этот отрезок профильной трубы у нас замечательно здесь входит. Теперь мы проделаем отверстие на 6. В самой профильной трубе 25 на 25. А также делаем позиционные отверстия на самом рычаге, вот этом, на самой трубе 20 на 20 профильной. Так, вот готово наше плечо одно и второе. Просверлил я отверстие, вот болт на 6 встает сюда четко, фиксируется в разных положениях, то есть без вопросов, все работает хорошо. Так, далее берем 32 уголок и отрезаем два кусочка по 50 мм. Thank you.
Так, теперь на вот этот ползунок нужно приварить уголок 32, который мы отрезали, вот таким вот образом. То есть, чтобы у нас был вот так приваренный уголок в профильной трубе. Так, вот такие у нас получились плечи на наше приспособление. Значит, все тут четко входит, двигается, все четко, все как положено, так как я, в принципе, рассчитывал. Все крепится, вот, недвижимое оно. Значит, далее мы будем собирать саму ручку, которой будет все это и крепиться. Сама рукоятка будет сделана из полдюймовой трубы, круглой. Отрежу так, чтобы было удобно, примерно 150 мм. И далее буду делать телескопическую ручку при помощи профильных труб 25 на 25 и 20 на 20. Далее при помощи тисков я выгнул 25-ю полосу. У меня получилась вот такая штука. Далее это все я буду обваривать и просверливать отверстия для телескопической фиксации. То есть вот эта трубка у меня будет неподвижная, вот эта будет подвижна внутри 25-й трубы. Здесь будут отверстия для фиксации. Сейчас я буду сваривать данную ручку в целостную конструкцию. Так, вот такие пластиночки с 30-й полосы я сделал. Значит, будем крепить сейчас наши такие плечики. Сейчас будем собирать все в кучу. Так, собрал я плечи. Так оно выглядит. Сейчас буду варить профильную трубу вот сюда. Так, вот я сделал отверстия в профилях. Вот мы видим, что будет фиксироваться в разных положениях, по разной длине. Значит, что? Далее уже крепим вот эту ручку выдвижную, вот этот выдвижной профиль на соединительные пластинки. И все, и наша конструкция уже на завершающем этапе. Ну что, наша самоделочка готова. Приступаем к ее сборке. Вот так конструкция выглядит в сборе. Такая интересная конструкция. Сейчас я покажу ее в действии. Ребятки, как вы сами убедились, конструкция очень практичная, очень классная. Вы видите, что переносит любые предметы тяжелые, в том числе штакоблок, вес его 20 кг и пенек где-то 25 кг. Если сюда придумать вот эти губки, которые схватывают, немножко делать с зацеплением, то можно и бревна переносить, если две таких ручки сделать, один в одну сторону хватает, другой в другую. Запросто можно цилиндрованные бревна носить, брус и так далее. Здесь я сделал фиксацию высоты ручки, то есть ее можно фиксировать любое положение по высоте, подстраиваясь под любого человека. Вот мы видим, можно вот так устанавливать любую позицию удобную.
по высоте. А также вот эти позиции дают нам захватывать практически любой предмет. Кому понравилось данное приспособление, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть мои остальные видео. Всем пока!